Panasonic ESLV95S820. Это не бритва, а какой-то комбайн для борьбы со щетиной. Суди сам, сенсор, определяющий плотность щетины и контролирующий скорость двигателя. Самый быстрый в мире линейный двигатель, раскручивающийся до 14 тысяч оборотов в минуту. Бритвенная система из 5 дугообразных сеток, вращающаяся во всех возможных направлениях и вибрирующая головка. Лезвие из японской стали с заточкой 30 градусов. Встроенная в ручку ЖК-дисплей. В комплекте также специальный гараж, док-станция, на которой будет происходить автоматическая очистка, дезинфекция, сушка и подзарядка. На все эти процедуры требуется 3 часа. Но если у тебя щетина растет быстрее, то уже через 5 минут зарядки бритва будет готова снова побрить тебя. Ну а через час на док-станции ее сил хватит на 45-минутный сеанс работы.